Уже в 70-х годах зерносушилки «Фрателли Педротти» эксплуатировались в составе элеваторных комплексов. Перед вами элеваторный комплекс на базе двух зерносушилок серии XL700. Каждая из них обладает емкостью бункера 100 кубометров и производительностью до 460 тонн в сутки. Зерносушилки «Фрателли Педротти» можно подключить к силосам для охлаждения и хранения зерна, ленточным транспортерам и фасовочным линиям, создавая единую взаимосвязанную систему. Системой может управлять один оператор, и каждый проект создается с применением высокотехнологичных компонентов высшего качества, применяя индивидуально подобранные решения. Использование системы с несколькими зерносушилками «Фрателли Педротти» предоставляет многие преимущества. Все компоненты полностью автоматизированы, что позволяет осуществлять неограниченное количество циклов сушки. Мобильность машин «Фрателли Педротти», не требующая специализированного фундамента и разрешений, дает возможность организовывать комплексы любой производительности и формы. Высококачественные материалы в конструкции зерносушилки, двойная гальванизированная рама, шнеки, изготовленные с использованием стали Hardex, позволяют работать таким комплексом более 25 лет. Благодаря программам, предварительно заданным на панели управления, достаточно одного касания пальца, чтобы изменить параметры сушки и перейти от одной культуры к другой. Кроме того, с современными горелками модуляционного типа Педротти отпадает необходимость в замене форсунок или в регулировке других компонентов зерносушилки. Зерносушильные комплексы на базе зерносушилок «Фрателли Педротти» — это надежность, универсальность и высокая производительность.